Конституция – основной закон государства, ядро всей правовой системы России. Она определяет смыслы и содержание других законов. 12 декабря вся страна отмечает День Конституции. Пойдемте узнавать, что знают об этом празднике саровчане. День Конституции. А, точно, сегодня же 12 декабря, да, в 93-м году она была принята, да, и, ну, я, конечно, не сильный знаток, но вот определенно, что есть вот кодексы, то есть подразделяют какие-то права у граждан, все это очень, то есть правильно, что люди знают законы, соблюдают их, и поэтому государство должно, ну, чем, мне кажется, чем лучше человек ее знает, тем лучше будет становиться мир вокруг него. Вот в свое время у нас были права человека, право на труд, право на отдых, право на жилище, право это. Сейчас одно у нас право, право на то, что жить или умереть. Закон о свободе слова. То есть каждый человек вправе выражать свои мысли так, как он захочет, и в той форме, в какой он захочет. Ну, как-то так. Медицинское страхование взять, ну, так, бесплатно. Но там тоже свои подводные камни во всем. Как и в любом пункте Конституции Российской Федерации. Так, чтобы прям конкретно, основное, что есть какие-то там права, свобода у человека. Все. Ну, смотрите, чтобы вам освежить память, мы вам дарим вот такую вот памятку «Основные права человека». Знаю, самое главное, что защищаются права человека. Это самое главное. Ну, как они защищаются у нас в России, это уже другой вопрос. Но самое главное, основной закон Конституции, что самое главное – это человек. Не знаю эту Конституцию, не читал ни разу. И все. Поэтому какие там законы, представления имею. Для вас про День Конституции узнавали Ирина Вышегородцева и Артемий Глазков.